Representing Italy, here is Valentina Marche. Но для того, чтобы оценить по достоинству ту сумму, которую показала Елена Родионова, вот та же Валентина Марки, известная, очень хорошо известная фигуристка. Вот ее личный результат, личный рекорд в короткой программе 58,22, показанный, кстати, на последнем чемпионате Европы. То есть где-то на 9 баллов хуже, чем юная Елена Родионова показала сегодня в короткой программе. «Вернись в Соренто». Вы знали, конечно, эту замечательную музыку. Опять известная, опытная фигуристка, очень довольна тем, как она исполнила свою короткую программу, действительно, без единой ошибки. Но в техническом плане, конечно, она заметно уступает той программе, которую продемонстрировала нам Елена Родионова. Но меня сейчас гораздо больше интересует вторая оценка. Все-таки превзойдет ли итальянка по второй оценке за компоненты нашу Елену Родионову. На данный момент второй результат у Елены Гвидеонишвили. У нее сумма 56,68. Я думаю, что, конечно, Валентина Марки, исполнив без ошибок свою программу, конечно, сейчас обойдет грузинскую фигуристку.
Ну, вот у нее каскад тройной лут с двойной тулуп, но, правда, сделанный чисто. Хороший был тройной сальхов. Ну, это каскад. Тройной лут, двойной тулуп. Ну, и вот двойной аксель, также исполненный достаточно уверенно. Так вот, вторая оценка за компоненты у Елены Родионовой 29,4. Юка Сато, один из тренеров фигуристки, очень известная в прошлом фигуристка, чемпионка мира. Очень элегантно, очень женственно Валентина Маркии. И тем не менее, вот сейчас все внимание ко второй оценке за компоненты. Вот мне это сейчас очень интересно. Да, и вот и Маркии проиграла. Проиграла по второй оценке нашей фигуристки. Что очень такой любопытный факт. Кстати, Валентина Маркия, она, как и предполагалось, вышла на второе место и показала результат.